По окончании матча с нами Артем Валеев. Артем, твой комментарий по матчу. Хороший боевой матч, такой уже плей-оффовский, где игра идет от ножа, так сказать. Хороший матч, понравился сегодня. Мы были сильнее, поэтому выиграли. Команда «Хумо», по сути, уже выходила на матч, зная соперника в четвертьфинале. Откуда взялись эмоции? Вот такой вот горячий матч сегодня прям был, прям от ножа. Ну, вообще, в принципе, не всегда хочется побеждать. Вот, тренера как бы тоже настраивали нас, предупреждали, что не будет простого матча. Вот, ну, ребята все как бы взрослые, все понимают. Нам сейчас важны эти победы перед плей-офф, чтобы подготовиться правильно. А настрой на завтрашнюю игру? Такой же боевой, только за победой. Что скажешь о трибунах? Вот ты, если впервые здесь на арене Кокштау, как тебе трибуны, как болельщики? Ну, понравилось то, что люди ходят на хоккей здесь, поддерживают свою команду. Ну, всегда приятно играть. Ну, спасибо им.